Привет, с вами Игорь. В общем-то, сегодня мы будем играть в игрушку под названием Fortnite at Firm. Что за тупые разрабы? Они даже не смогли шрифт сделать поменьше, чтобы вместилось четвертое слово. Да, ладно, первое ощущение от игры, конечно, не очень, да? В общем-то, это типа обычного маленького шутера, так сказать. По картинкам, по крайней мере, судил, да? Твою мать, реклама опять. Шутер, короче, и в котором нужно убивать мобов, типа монстров из игры Night at Freddy. Короче, FNAF. Я думаю, вы знаете, что такое FNAF. В общем-то, там будут такие, типа, монстрики. И мы должны будем их убивать. Сколько здесь уровней? Ё-мо, здесь 10 уровней, да? Loading press wait. Так, стоп, мне нужно сейчас еще графон сделать поярче, да, вот так вот вообще, юночком. Хотя слишком ярко, я к такой яркости не привык, я постоянно играю на ниже средней яркости, мне так легче даже. Так, что это? Стрелять на пистолетик, ударять на руку, гранат, ну, это понятно, ясень пень, да. Так, что? Килл 10 у него есть, да, даже изображение прям как... В той игре Night at Freddy. Да, конечно, здесь ходить наш персонаж может там, где написано kill 10 имени, если вот там нужно как бы в стороны водить. И не ниже, чем это, которая внизу в самом полосочка черная, да? Не очень удобно здесь управление, да? Но, в принципе, знаете ли, некоторые игры даже могут этому позавидовать. Управление все-таки. Как стрелять-то? Ты, блядь, стрелять-то будешь? Наконец-таки убил, да? Ебал, я ж убил как бы одного чувака, фигли, он мне не поменял с 10 на 9. Такс. Фонарик есть. Ну да, толку-то от него почистки-то и нету. Да? Ладно, здесь хотя бы есть бесконечные патроны, вроде как бы. Такс. Не совсем стрёмненькая музычка, да, но какая-то непривычная, мало. Поворачивать здесь неудобно, как-то по мне таки. Я здесь как бы не понимаю вообще здесь смысл здесь управления. Это как бы, если ты сильно близко к... Даже не сильно близко, прям подводишь к краю экрана, то он все равно почему-то... А, стоп. О, можешь что-то выбрать. Так, я возьму Фамос. Ну, там Фамос просто нарисован. Хотя это не очень похоже на Фамос. Ну да ладно. Интересно, зачем здесь в этой игре прицел, если здесь, по сути, он не поможет никак, да? Я не понял, ты убьешься или нет? Ни хера себе, сколько у меня жизней. Твою мать. Ну ладно, чуваки, будем следовать нормальному игре, нормальной игре, да? И стрелять все-таки по бошечкам, а не то, как я сейчас рак стрелял ему в тело. И у него, типа, как бы он развалился, как, я не знаю, как, например, когда ты ломаешь блок в Майнкрафте. У него такие, типа, штуки были. О, да, хедшотик ему прописал. И батька вышел на охоту. Да, не очень здесь, конечно, управление. Именно нашим персонажем. Как-то это странно. Бывает, в какую-то сторону прямо уводишь, как бы, а он потихоньку как бы, двигается. Чуть-чуть вдруг изменил направление, и он уже, сука, не двигается. Да ты... Есть. Ну, короче, один раз нужно в голову попасть, чтобы убить кого-либо. Такс. Какой хер здесь нельзя перезарядиться прям сразу же? Ладно, выстрелим все патроны. Примерно где-то около 6-7 патронов здесь. А. Ладно. Что ж. Все-таки возьму я гун. Фамос этот гребаный. Так, и что? И где-то еще там. Противнички, мать вашу. Я не люблю влезть на врагов. Прям сразу же знают, что они где-то там, суки, поджидают. И быстро он убился. Да, иногда они быстро убиваются, а иногда чуть-чуть-то нет. Это что у нас? Это патроны или чуть за батарейки-то? Я не понял. Нашего персонажа заканчивается какой-то голубенький заряд. Я не знаю, что это такое. Это типа наш робот, что ли? Или что? Твою мать, ты из воздуха, что ли, появился?
Я что-то не догнал. Что это за нахрен? Да ёп. Неудобно здесь так управлять этим гребаным экраном. Эй! Откуда здесь столько много-то появилось? Блин, дайте мне хотя бы первый уровень пройти. Что за нахрен? Я не подписывался на такую непонятную херобоню. Нью. А, кстати, это зеркало было. Это стекло было. Да. Все в стиле Майнкрафта и Five Nights at Freddy's. Пять тысяч Фредди, короче. Не очень, так что я помню, как называется эта игра. Да, блин, в шею стрельнул. Ты... Да ёб твою... Я ж тебе прям в бошку. На тебе в жбан прям, скотина. Мест глаз или примерно где-то там, да? Так. А, вон, да, то, точно там сверху экрана же написано 3/48. Это патрон... Меня бесит это гребаное управление. Здесь бы нарисовали бы хотя бы сами эти иконочки управления типа того. А то я хер знает, как его здесь управлять, если нормально этим тупым персонажем. Ладно, возьмем-ка мы Спас 12. Ну, там, по крайней мере, был нарисован Спас 12, а мне дали-ка жить какой-то Ремингтон. Ладно, ладно. Давай-ка, ну-ка, выходи-ка отсюда. Ты должен был выйти, чувак. Да, я хедшотик тебе. Ну, или где-то ему в шею стрелял, но... В принципе, я ему немало так урона нанес. Раз с первого раза эта скотина убилась. Е! Нате, сука. Где-то сейчас должен быть второй тип... Ой, четвертый появится где-то. Нахер знает, где он. А, вот. Ну-ка. Я не понял, ты достаешь до него или нет? Нет, ни хрена он не достает. Ну ладно, подойдем к нему, чё? Да, немало так дробаш долбит. Стреляет, точнее, вдаль. Да ёб твою мать, чё с вас здесь только много-то? Серьезно, как бы... Я не люблю, когда на меня выходит аж двое чуваков. Я люблю поодиночке так расправляться, чтобы было все легко. Как его? Я не помню, как это Мишка называется, по-моему... Его Фредди как раз таки и звать, или как-то так. Но этот Мишка имеет сильное такое преобладание среди на... Я не понял. Стоп, у нас же заряд заканчивается. У нас же заряд, мать его, заканчивается. Ладно, у нас кончился заряд. И что нам с этого? Давай же, ну же, бей... Да... Как меня бесит это тупорылое управление. Я здесь не знаю, где здесь вообще это... Как здесь вообще ходить, и поэтому вообще неудобное управление. Драл я этих разработчиков, блин, с их гребаным реально управлением. А я не понял, где мне граната? У меня же граната как бы была. Нате, сука. 7 из 10, чуваки, уже. Да ёп, ты забежишь, ну, я не знаю, там сейчас сзади меня какая-нибудь херня сейчас появится еще. В общем-то, у нас осталось 18 патрончиков, и еще трое мудаков надо убить. Как меня бесит это гребаное управление, серьезно. Сделали бы его хотя бы как в Майнкрафте. А то здесь ты как бы водишь пальцем, а хер знает, в каком диапазоне тебе его вводить нужно. Да, как бы, примерно так. И все-таки я не понимаю, что это был за заряд такой? Финт портал. Да? Что это за нахрен? А, мы должны какой-то портал сейчас найти. По мне, кажется, зять кто-то наносил атаку. Нет. Странно. Мне казалось, экран как-то покраснел. А, я понял, чуваки. Это, кажется, заряд нашей батарейки. Ты двигайся, мразь. Как меня бесит. Просто, в принципе, игра более-менее играбельная, но с этим, мать его, управлением. Не управлением, а... Ты не знаешь вообще, куда тебе нужно нажимать, чтобы передвигаться. Я как бы вожу по экрану, но где-то куда-то чуть-чуть отведу не туда, и мой персонаж просто тупо стоит на месте. Ладно, давай. Давай, ну же. Ты, чувак, ты выходишь или нет? Как бы... По сути, всегда ж выходил. Этот мудачила. Куда ты пошел в другую хату? Блин, ладно, короче, чуваки, давайте попробуем еще эту... Гребаную мину, гранату, точнее, ты мину, с миной назвал, как так можно? Ну и рак какой-то, так, ну-ка, я снайпер, я кембер, сука, да, есть, хедшотик ему, и тебе хедшотик,
Вот это я снайпер, да. Серьезно, я хочу сейчас подорвать какого-нибудь мудака и, в общем-то, заканчивать на этом. Так, нам нужно именно на ящик нажимать, чтобы взять оружие. Да? Это для тех, кто еще не понял. Так, где вы все? То у вас хер дождешься, то у вас целая толпучка. Блин, я гранат хотел кинуть. А, это подствольник, чуваки, это подствольник. Ёп, ни хера себе, их там прям бомбануло-то как. Так я не понял, как бы, а куда эта херня исчезла-то? Да. Натте, сука. Серьезно, я хочу сейчас найти этот портал, чтобы вы, в общем-то, понимали, куда там идти нужно. Мало ли там. О, во, портал, все, я нашел гребаный портал, мать его. Натте, сука. Да, так, мне осталось только лишь... А, понятно, мне еще дофигища сколько. А, понятно, когда подходишь к порталу, так он еще исчезает, сука. Ну, ладно, возьму-ка я спас. Нет, я лучше не буду брать спас, я лучше возьму эту штуку. Кстати, когда ты берешь именно... ах ты, сука. Когда ты берешь именно автомат, тебе сразу дается гранаты. А когда ты взял, например, дробу, то гранаты исчезают куда-то. Я не пойму, куда. Странно как-то. В общем-то, гранаты способствуют именно... Появление самых гранат способствует тому, чего ты выбрал вообще. Это малость как-то странно сделано, но да ладно, пофиг, короче. Так, ладно, я пошел передвигаться вон к тому дальнему проходу. А, да, я-то думаю, что так темно, у меня же фонарик закончился. Да, ноблю, чуваки, ноблю. Вот нихера как бы не видно там вообще этих мудаков. Давай. А, кстати, этот чувак только что пытался исчезнуть, да? Куда-то вроде бы как бы. Так, стреляйте патроны. Я люблю все-таки бегать с полным запасом обоймы. С полной обоймой, да? Как бы. Сейчас я хочу последнего чувачка убить, чисто зайти в квартал. Разобраться здесь как бы. Есть еще последующие, типа, этапы уровня или что-то типа того. Чувствительность. Почему нельзя выбрать никак чувствительность, да? В общем-то, так, все, заходим, чуваки, вот сюда вот, и мы должны сейчас вроде как бы тпшнуться куда-то. Портал. Я чуть не догнал. Да ёб твою, какого фига? Эй, мразота, дохни. Странно, я убил чувачка, который стоял передо мной, я его не убил, как бы. А того, который стоял за ним, я его убил. Это что, мать его, за логичная игра? Ну-ка. Может, мне в него поиграть? Пострелять надо как-то, потому что... когда я подхожу к порталу, он, сука, исчезает. Это что за упоротая вещь? Почему портал исчезает? Серьезно, я вот этого в этой игре не понимаю. Возможно, здесь что-то нужно, типа... уничтожить здесь всех, которые здесь близко, типа, находятся, и потом так уже можно будет, типа, попасть в гребаный портал. Твою мать, что в этой игре нужно делать? Я, как бы, финт-портал, я не знаю, как переводится финт, но портал — это ясен пень портал. Портал, точнее, да? Да, тут даже отдачи у нашей пушки нету никакой вообще. Ты, мать его, сдохнешь, я тебе почти всю обойму... в тело всочил. Отстрелял вообще. Вот. Почему в этой игре нет отдачи? Вот меня чисто вот эта малость убивает. Именно вот эта игре, потому что она здесь бы хоть как-то бы, да и пригодилась бы. Я не понимаю, какого хера от нас требуется? Мы как бы убили всех 10-х, и что? Качество здесь это вообще полнейший писец. Наш персонаж перезарядился, не пойми, зачем вообще. Ну-ка. Нет, тут больше нет уже ничего. Короче, чуваки, я не понимаю, что здесь нужно делать. Если вы понимаете, то и захотели поиграть в эту игрушечку, то, пожалуйста, заходите в нее, играйте. Но я ни хрена не понимаю, что здесь нужно делать. Понимаете, поэтому я закругляюсь на этом. В общем-то, сами поломайте в голову. Я не знаю, что здесь реально делать нужно. Так что все, чуваки, всем
Спасибо за просмотр. Всем пока.